Добрый день, меня зовут Елена. Какой у вас вопрос? Я управляющий магазином. Все, нет вопросов? Ну ладно, я вам тогда покажу наш новый ассортимент. Вот посмотрите, на этой неделе буквально завезли новые шубы. Шикарные, очень качественные, я вам рекомендую. Здесь и норка, и писец, и выдра даже есть. Выдра, вот она очень похожа на норку, а стоит намного дешевле. Померяйте, я думаю, вам пойдет. Я вам даже сделаю персональную скидку. Сейчас вот девочкам скажу, они оформят. Ладно, вы меряйте пока.